Вылазь давай оттуда, вас слышь. Покемон, дай на ушко скажу. За дверью точно кто-то есть. В смысле? Какое-то живое существо и явно не человек. Вы меня реально сейчас доведете. Да вы просто посмотрите, как это красиво. Огромные мыльные пузыри. Она, я надеюсь, я не заразилась. Приветик, ты на канале Magic Pets. И сегодня у нас будет... Слушайте, ребят, а давайте сегодня снимем видео, как раньше. Не скетч или челлендж, а ролик, как в старые добрые времена. Потому что у меня для вас есть сюрприз. Давай, только чур, я лайк прошу. Нет, я ничего, мы по-другому. Я хотела лайк попросить. Ну-ка, давайте миритесь и просите друг у друга прощения, а не лайки. Ладно, извини, Юмичу, что я на тебя напала. Ладно, прости, что я перечу старшим. А можно вообще я попрошу лайк? Я Миша, лайк. Ставь лайк. Ненавижу, когда Юми с Софи ругаются. Софи, ну ты же старше, будь умнее. Ладно, Эйвен, прости, что мы тебя расстроили. Девчоночки, разборки, это ужас. Да уж, это точно. Ладно, пока я схожу за сюрпризом для вас. Ой, это кто тут у нас такой пушистый, киса Алиса? Нет, ну что за манера гладить, когда тебя не просят? Так вот, пока я схожу за сюрпризом, чтобы вы тут не скучали, устроим вам задание с вкуснятиной. Класс, а какая вкуснятина будет? А это вы уже сами выберите, корм на любой вкус или лакомство. Ваш любимый корм Платинум, вы его едите каждый день, но зато есть вкусы, которые вы не пробовали. Вот эту голубенькую зелененькую курицу и курицу для щенков мы ели. Вот эту вот иберийскую свинину вы обычно кушаете каждый день, а эти два с говядиной или с ягненком. Давай говядину, жадню говядину, попшикальну. Ох, Юмичу, ты неисправима. Погодите, а может все-таки лакомство лучше, а? Лакомств я закупила вам целых 3 упаковки. Вот такие вот снеки курица с ягненочком. Они длинненькие, как сосисочки. Сосисочки, это круто. А там что за сосисочки? А тут курица с кроликом. Ну и ваши любимые курицы с ягненком, только другой формы. Которые такие, в виде маленьких звездочек. О, да, давай их. Я же говорю, ими лишь бы пожрать. Интересно, а ребята уже посмотрели новое видео на Magic Family? Ох, этот ролик, который вышел сегодня на нашем общем канале. Ага, первый заплыв. Не просто первый заплыв, а изучение маршрута нашей реки. Думаешь, ребята понимают, о чем мы? Ну, у нас есть сап, это такая доска. Как для серфинга. И мы все вместе с вами учимся на ней плавать. Но до этого мы пробовали только в бассейне. Так, я сейчас расставлю стаканчики с вкусняшками. Ну а в этом новом видео, которое вышло, у нас был первый тренировочный заплыв с изучением маршрута реки. Ребят, обязательно потом сходите, посмотрите это новое видео. Оно нереальное. Это точно. Ладно, я ссылку оставлю в описании. И я пошла за вашим сюрпризом. А вы пока попробуйте достать вкусняшки. А я уже достал и съел свою вкусняшку. Осталось 3. Как так быстро, Иван? Ну как ты так легко перевернул стакан? Может, вот так лапой? Вот так постучать, и он перевернется? О, получилось! Я свою тоже съела. Постучать лапой, и он перевернется? Ну-ка. О, и правда работает. Остался 1. Может, на сами его попробовать подвигать, а? Да нет. О, я первый. Ну, Иван. А все, уже все. Вообще-то, это была моя вкусняшка. А надо было раньше. Я вернулась. Так, смотрю, вкусняшки вы все достали, а я как раз все принесла. Выглядит странно. И что это будет за сюрприз такой? А вот сейчас и увидите. Что-то, как мы снимали раньше. Интересно, а ребята, с какого количества подписчиков нас смотрят? Мы ждем 3 миллиона. Напишите в комментариях, с какого времени вы нас смотрите. Или с какого ролика. Кай Лимона, они хотят, размечтались. Ну а что, хорошая идея. Давайте с каждой монеткой в твоей покемоновской копилке, Юмичу, подписчиков будет прибавляться. О, похоже, только что у кого-то уже красная кнопка подписаться стала серой. Что это за штука такая странная? Впервые такое вижу. Это называется копилка киса Алиса. Надо почаще нажимать. Копитесь, мэджики, копитесь. Все равно не понимаю. Вылазит покемон из коробки, забирает деньги и прячется. Да нет, тут, по-моему, можно и без денег. Вот так вот жмякаешь, он все равно вылазит. Да ну тебе, Софи, ты что болтаешь? Надо класть. Это же моя покемонокопилка, я куплю деньги. Так что не говори никому такое. А мне сюрпризов никаких не надо. Для меня эта штука сюрприз. Как она работает? Алис, просто нажимается кнопочка. Но оттуда кто-то вылазит. Да, маленький покемон Пикачу вылазит и забирает монетку. Где он прячется? Вот в этой красной коробочке. Где? Я его видела. Конечно, он же вылез и выдвинул свою лапку и спрятался обратно. О, киса Алиса, все просто. Покемон сидит в красной коробке. Нажимаешь на кнопку, он вылазит. Дотрагивается лапкой до кнопки и прячется обратно в коробку. Ну, то есть он там живой, да? Порячится. Мне не получается кнопку нажать. Ань, а зачем столько батареек? Для вашего сюрприза. Никакого сюрприза, пока я не поймаю эту покемона-мышь. Вылазь из коробки. Ах ты, сейчас я как лапу просуну, как вытащу тебя оттуда. Но почему у меня не получается поймать его? Надо выждать правильную минутку. И ага, попался, давай вылазь. Вылазь давай оттуда, вас слышь.
Все равно не получается его достать из этой коробки. Ладно, ладно, ничего, я к тебе позже вернусь. Смотри у меня. Ань, ну показывай уже, что за сюрприз-то, а? Для него мне понадобится шуруповерт. А первая часть сюрприза – это вот такой вот огнетушитель. Когда я на него нажимаю, пока что ничего не происходит. У него здесь есть вот такая вот баночка, сейчас мы ее открутим. А в эту баночку ведет трубочка. Просто банка и че? Ну так вот, эта баночка прикручивается к вот этой желто-красной части огнетушителя нашего. А вот тут у него есть такой шурупчик, который нам сейчас нужно открутить, достать, и тут вставляются 3 батареечки. У тебя и так много. Раньше у меня звук был на батарейках. Интересно, почему их назвали пальчиковыми? Я даже не знаю. Может, ребята знают, в комментариях это напишут. Так, сейчас закрутим обратно. Готово. Смотри, Алис, теперь, когда на кнопку нажимаешь, он еще песенку поет и мигает. Да уж, что только китайцы не придумают. Это точно. Теперь пора зарядить наш огнетушитель. Покемон, дай на ушко скажу. За дверью точно кто-то есть. В смысле? Какое-то живое существо и явно не человек. Я слышу, как за дверью это живое существо издает какие-то звуки. Непонятно, гавкает, мяукает или воет. В общем, это похоже на какое-то животное. Ань, и мы слышим это за сегодня не первый раз. Просто мы думали, сама нам расскажешь. Вы о чем? В другой комнате какое-то живое существо. А, вы об этом? Это секрет, который я скоро покажу на Magic Family в честь 2,5 миллионов подписчиков. Новый питомец? Так, ничего не знаю, давайте заряжать наш огнетушитель. Может, проще проткнуть эти штуки? Я пытаюсь оторвать вот эту блестящую штуку, а там еще и пленка внизу. Ань, я говорю, проще проткнуть. Да, Софи, похоже, ты права, лучше я просто проткну. Выливаем жидкость сюда. Пахнет, пахнет, пахнет чем-то знакомым, не пойму чем, что же это за запах такой? Этот запах похож, когда мы в ванной моемся. Как эта штука называется, Эйвен? Шампунь. Шампунь? Почти, сейчас вы все увидите. Закрываем наш огнетушитель и погнали. Погнали они, я точно слышу, как за дверью кто-то живой. Шебуршится и издает странные звуки. Ребята, давайте отгадывать, кто это может быть. Никогда не угадаете. Ань, ну показывай уже свои инопланетные технологии. Как скажете. Ой-ой-ой, это точно маленькие инопланетяне. Мамочки. Где ты их столько набрала? Ужас, они еще летающие. Да это же просто пузыри, вы что? Кошмар, я пошла. Нет-нет-нет, Ань, не надо тут ля-ля, тут явно что-то не так. Теперь вся комната в трупах этих инопланетян. Да это просто пузыри, смотрите. Не-не-не, ты нас не обманешь. Мы что, по-твоему, не видим? Вы серьезно, ребята, или вы надо мной издеваетесь? Это пранк? А, эта штука продолжает рожать икру инопланетян. Да это просто машинка для мыльных пузырей. Аня, это к добру не приведет. Мы что, по-твоему, ничего не понимаем? Это инопланетная икра, из которой вылупятся тысячи, миллионы, миллиарды инопланетян. Они нас сожрут обязательно, вот увидишь. Почему у меня четкое ощущение, что вы надо мной издеваетесь? Инопланетная икра размножается. Так, если вы меня не разыгрываете, то что? Нет, Ань, инопланетяне не изучены, это все небезопасно. Мало ли что случится дальше с этой икрой. Вы что, ужастиков пересмотрели про этих НЛО или что с вами случилось? Это, Ань, был плохой сюрприз. Плохая затея нести в дом инопланетную икру. И тысячи маленьких гуманоидов. Они все вырастут и сожрут нас. Надеюсь, они все упадут на пол, разобьют себе головы и умрут. Это была жестокая фраза, киса Алиса, но это просто мыльные пузыри. Просто китайская машинка для мыльных пузырей в виде огнетушителя. А у вас, по-моему, у всех какая-то паранойя. Эй, не надо брызгать меня икрой этих чужих, они же могут в меня вселиться. Ты что, шутишь, издеваешься, что ли? Это просто мыло, шампунь, жидкость для мыльных пузырей. Машина делает мыльные пузыри и выпускает их. Это никакие не инопланетяне, не НЛО и не икра гуманоидов. Ох, это к добру не приведет, я чувствую. Смотри, Алис, это просто мыльный пузырик, видишь? Ребят, вы что, мыльных пузырей в своей жизни не видели? Когда вы купаетесь в ванне, тоже образуется пена, точно такая же. И вспомните, недавно мы делали вам пенную вечеринку, там тоже была пена. Нет, очень сомнительная версия. Мама, может и правда, это просто мыльные пузыри, и ничего страшного не произойдет. Вот, кажется, мне на голову села инопланетянин. Да, и смотрите, Миша не превращается в чужого от того, что у нее на голове мыльный пузырь. Он просто лопнул и все. Ага, это она сейчас не превращается в чужого, а ночью точно превратится. Все, теперь Миша заражена, понятно? Эх, я думала, вас порадует мой сюрприз, удивит и развеселит. А похоже, он вас только напугал. А ты говорила, это только первый сюрприз. Да, но я-то думала, вам понравится и хотела развеселить вас по полной, поэтому купила еще вот такой меч и еще кое-что. А как этот меч работает?
Ну, это тоже мыльные пузыри, только в мече, и они вот в такой штучке, когда дуешь в нее, выпускается их очень много сразу. То есть еще больше инопланетян? Не только еще больше, но они еще и крупнее. Просто обычно всем нравятся мыльные пузыри, потому что они красивые, это классно. Да уж, очень классно, теперь у нас весь пол в этих гуманоидах. Ань, ну может последний сюрприз не такой страшный? Мы еще не потеряли надежду в тебя до конца. Надежду в меня? Да я вас порадовать хотела. Ну так что там у тебя? Я купила еще и саблю. Ребята, у меня есть подозрение, что Аня вступила в инопланетный клан. Аня гуманоид. Или рептилоид. И теперь она и нас хочет переделать. В общем, это сабля для гигантских мыльных пузырей. Нажимаешь на кнопочку, внутри в такую штучку набирается мыльная вода, потом раскручиваешь ее, достаешь, нажимаешь на кнопочку и видишь такие как бы щипцы. Они очень большие, и если правильно дуть, можно надуть пузырь-гигант. То есть она притащила в дом машину, которая рожает икру инопланетян, еще 1000 мини-гуманоидов, а теперь еще и боссов-гуманоидов. Не лети ко мне. О, он испарился, послушался, или плащ-невидимку надел. Вы меня реально сейчас доведете, да вы просто посмотрите, как это красиво, огромные мыльные пузыри. Причем их можно выдувать по-разному. Можно дуть быстро и близко, и получается много маленьких. Можно дуть медленно и далеко, и получаются побольше. Ань, вот уже вообще не смешно. Уноси отсюда этих инопланетян. От гигантов еще страшнее. Теперь мы точно знаем, что Аня в клане НЛО. Она... Я надеюсь, я не заразилась. Хватит, Ань, хватит выпускать сюда этих... Ладно, раз я всех вас так расстроила, напугала, давайте забудем об этом, и я вам просто дам вот такие вот вкусняшечки. Сделаем небольшой фокус-покус, а я пока пойду все убирать. Прикольный пранк у нас получился, да? Аня реально поверила, что нам страшно. И что мы не знаем, что такое мыльные пузыри. Но это реально же противно, ведь когда они на тебя падают, мокрые вокруг, вот. Но наш пранк, по-моему, вышел из-под контроля, и Аня очень расстроилась, надо было не так жестко с ней. То есть инопланетян никаких не было, да? Ой, Миша. Ах ты мелкий. Слышь, закройся там в свою коробку. Не понимаю, как его поймать и достать. Ладно, когда-нибудь я с тобой разберусь. А ты иди скорее смотри новое видео на Magic Family. Первый заплыв по реке, они уже свалились. Может, там Аня про нового питомца скажет, а я пока в засаду.